Путь до школы у каждого свой. Первоклашки-семерки приходят на учебу со всего городка и даже частного сектора. Чтобы не подвергаться опасности, знать правила дорожного движения, дети должны с малых лет. В актовом зале собралось 85 первоклашек. Познавательную игру для юных салдинцев подготовили педагоги совместно с инспекторами ГИБДД. Из учебного мультфильма ребята узнали о том, как выглядят знаки пешеходного перехода и где следует переходить дорогу. Что может произойти, если не соблюдать правила дорожного движения, детям показали сказочные персонажи. Это мероприятие посвящено действительно правилам дорожного движения, безопасности наших детей, в данном случае первоклассников, но оно пройдет и во всей начальной школе, чтобы наши дети были живы, здоровы, сохранны, ну и, конечно, это культура поведения на улице. Посвящение в пешеходы состоялось. Каждый первоклассник произнес клятву, получил значок юного пешехода и памятку. В рамках областной программы всех первоклашек региона застраховали от несчастных случаев на 10 000 рублей.